Всем привет, с вами компания «Бери баню Челябинск». Сегодня снимаем на новую камеру, тестируем ее, посмотрим, как на нее будет. Может быть, видео будет более качественное, звук будет более интересный. Сейчас покажу вам баню. Мы начинаем баню строить в поселке Северный. Баня получается 5,5 на 5. Покажу то, что творится под полами. С чего начинается фундамент, бетонная чашка. Ну, пойдемте, покажу. Вот она банька. Получается по длине 5,5 на 5 метров. Основная часть, где парная и мойка, вот здесь вот будет мойка, вот здесь вот будет парная. Сделан ленточный фундамент, выложен цоколь красным кирпичом. Внутри залита бетонная чашка. Вода стекает, получается, вот по этой бетонной чашке. Внутри утеплили пеноплексом от всего фундамента, получается, везде утеплили пеноплексом. Здесь еще вот этот кирпич тоже будет утепляться, соответственно, пеноплексом. Сделали продыхи, чтобы проветривание было. Вот здесь вот продых, на противоположной стороне вот здесь вот продых. Чтобы можно было открыть это и проветрить. Отдельный фундамент для печки. Печка здесь будет большая, тяжелая. Она в общей сложности будет порядка 600 кг весить. И сделаны вентиляционные каналы тоже у печки. Один вентиляционный канал из-под пола будет воздух засасывать под печь. А еще один вентиляционный канал. Здесь вот с обратной стороны. Вот он сделан. Еще один вентиляционный канал, он будет забирать воздух с улицы, заводить его, получается, под печь. Печь его будет нагревать и поднимать уже к потолку. А помимо этого, здесь еще в дальнейшем стены будут из профилированного бруса. Здесь вот будет ставиться отлив, чтобы вода у нас уходила сразу же вот сюда вот на бетонную чашку. Так, дальше. Здесь у нас, получается, лента сделана только под парной и мойкой, а вся остальная баня будет стоять на точечном фундаменте. Но точечный фундамент здесь сделан не мелко заглубленный, здесь сделаны бурозаливные сваи. И также выведен цоколь кирпичом. Полы здесь будут уже утеплены керамзитом. По-моему, если не ошибаюсь, на 150 или на 200 мм утеплены керамзитом. Вот таким вот образом выглядит сейчас наш фундамент. Сделана гидроизоляция дополнительно еще. Помимо того, что кирпичом сделано, сделан еще бикрост. Вот в этих вот местах полностью. Вот здесь вот бикрост. Здесь бикрост. Полностью сделан бикрост. Пришел у нас, получается, профилированный брус. Мы его разгрузили. Нижний венец мы здесь пропустим из лиственницы. А выше будет уже сосна. Профилированный брус 150 на 150. В этом году внутреннюю отделку делать не будем. Вот весь брус пришел. Вот это вот весь брус получается на эту баню. Внутреннюю отделку делать не будем. Внутренняя отделка будет на следующий год. Пока собираем полностью стены. Ну и будем, соответственно, обрабатывать, пропитывать всю древесину. Крыша будет из гибкой черепицы. Вот здесь вот рядом дом у хозяина. Тоже временный такой домик. Гибкой черепицей и шингласом закрыта. Вот такая же крыша будет, как там. Ребята сегодня будут начинать ложить брус. В следующих видео покажу, как ложится брус. Как он закрепляется на узел силы, на шканты. Было полезно видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока.